Математический марафон посвящен 230-летию со дня рождения величайшего ученого всех времен и народов Николая Ивановича Лобачевского. Мероприятие проходит ежегодно. Ученики среднего звена демонстрируют свои знания в быстрой схватке между классами. 7 декабря в математическом марафоне были представлены 8 секций. Лобачевка, геометрическая, определяйка, логическая, КФУ, умножайка, финансовая грамотность и переводилка. Начиная с 2003 года мы в нашем лицее проводим математический марафон. Меняются формы, меняются цели и задачи математического марафона. Естественно, меняются участники, потому что марафон проводится все-таки для ребят, которые учатся в 6, 7, 8 классах. Им интересна эта игровая форма. И тем не менее, я считаю, что математический марафон – это одна из специфических форм привлечения внимания детей к важности изучения математики. Организаторами каждой станции выступили ученики старших классов, которые под чутким руководством преподавателей лицея помогали юным математикам. На станции Лобачевка волонтеры поведали командам историю жизни ученого, а после чего задавали вопросы. На геометрической ребята решали всевозможные задачи по геометрии. На секции «Определяйка» ребятам необходимо было объяснить значение геометрических и алгебраических терминов. Станция КФУ познакомила учеников с историей Казанского федерального университета, а на переводилке ребята смогли продемонстрировать свои знания английского языка. Разрабатывается вопрос к мат-марафону учителями, сообществу наших учителей, все вместе. То есть готовим разные задачи, так, чтобы было интересно детям. С одной стороны, чтобы были близко к школьной программе, но чтобы было и не скучно детям это выполнять. По итогам турнира участников марафона ждал самый волнительный момент – оглашение результатов. Победителем марафона стал 7-й А-класс, а в число призеров вошли 7-й В и 8-й А-классы. По словам преподавательского состава, основными целями проведения марафона были выявить одаренных учащихся лицея, стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, развитие математического и логического мышления, а также активизировать творческий подход к обучению. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.